Всем привет! Сегодня планировался 37-й бой. Но, посмотрев, какие комментарии были после топа «Самый быстрый», я решил сделать вот это видео. Мне интересно, сколько фанатов Фурии, а сколько антифанатов. Возможно, вам тоже будет это интересно. Сейчас идет турнир среди драконов из сериала «Как приручить дракона». И в каждой битве вы можете проголосовать за победу одного из драконов. И я вижу, что все подписчики делятся на две стороны. Те, кто за ночную фурию, и те, кто против ночной фурии. Среди вас есть и фанаты, и антифанаты. И в комментариях разворачиваются настоящие битвы зрителей. Одни защищают фурию и уверены, что она самая-самая... Другие же называют Фурию слабым драконом и считают, что ее надо убрать из турнира. А кто-то уже уверен в том, что знает, кто станет победителем турнира. Только очень жаль, что почти все битвы фанатов и антифанатов заканчиваются оскорблениями. Я понимаю фанатов Фурии. Во-первых, существует единственная Фурия, по крайней мере пока, Беззубик. И это главный герой мультфильма. И у Беззубика есть все, чтобы стать любимчиком. Он очень милый, по нему и не скажешь, что это порождение самой смерти. Наверное, многие хотят, чтобы у них был такой дракон, такой загадочный и единственный. Он очень добрый. Он всегда защитит и всегда придет на помощь. Беззубик – это настоящий друг. Но я также понимаю и антифанатов Фурии. Кроме Фурии в мультфильме полно интересных драконов со своими особенностями и странностями. Но их не замечают. Фурия везде. Кто самый сильный? Фурия. У кого самый мощный залп? У Фурии. Кто самый красивый? Опять Фурия. Кто самый быстрый? Конечно, Фурия. Я думаю, что Фурия может победить в любом топе. Если бы я ее поставил в топ самых огромных драконов, она и там могла бы победить. Если буду делать два топа, самый умный и самый глупый дракон, может Фурию и туда включить? Пришло время узнать, кого больше, фанатов или антифанатов. Давайте, как всегда, проголосуем. Только сейчас голосуй за себя. Кто ты, фанат или антифанат? Или тебе все равно, и ты не тот и не другой? Жми на вот такой значок в правом верхнем углу, куда указывает красная стрелка, и отметь, кто ты. Вот и посмотрим, как разделились стороны. Но как бы ни прошло голосование, я прошу тебя судить бои в турнире честно. Мне нужны справедливые голоса. Давайте не будем фанатами и антифанатами. Давайте реально оценивать силу драконов. И тогда в турнире победит действительно самый сильный дракон. И, возможно, ночная фурия. Но я хочу, чтобы дракон победил как сильный, а не как любимый. Спасибо всем за голосование. Всем пока. Если ты досмотрел до этого момента, поздравляю тебя, ты настоящий фанат Фурии. Только настоящий фанат смог бы досмотреть это видео до конца. И напоследок, обращаюсь к тебе, фанат Фурии.
Беззубик, конечно, сильный дракон, но есть драконы, которые тоже сильны и могут сражаться с Фурией на равных. Не забывай об этом. Теперь действительно все. Пока всем фанатам Фурии!